отель Estrella Do Mar Beach Resort категории 3 звезды. Расположен в северном Гоа на пляже Калангут, в тихом-тихом местечке, практически на первой линии. В 5 минутах ходьбы находится основная дорога, где расположены другие отели, магазинчики, различные кафе и рестораны. Большие автобусы туристов к отелю не подвозят, надо идти пешком от дороги. Отель Estrella Do Mar состоит из комплекса двухэтажных основных зданий и комплекса двух- и одноэтажных деревянных коттеджей. Деревянные коттеджи расположены ближе к морю, но нам их не показывали. Территория большая, зеленая и ухоженная. От ресепшена идти до моря минут 5 по красивой дорожке. Нет спа и нет тренажерного зала. Русскоговорящего персонала практически нет. В отеле по вечерам в ресторане организуют живую музыку. Есть бесплатный плохенький Wi-Fi, но только в ресторане и на ресепшн. Также можно купить платный за 100 рупий в день. Для детей ничего нет. Пляж песчаный, с широкой пляжной полосой. Но в этом видео мы его не увидим. Местных жителей немного, а торговцев достаточно хватает. На пляже лежаки и зонтики бесплатно для посетителей шеков. Отель подойдет для спокойного семейного отдыха без детей. В отеле очень много отдыхающих из местного населения. В отеле есть бар и ресторан, в котором можно позавтракать, пообедать и поужинать. Завтраки достаточно хорошие для отеля 3 звезд Индии. Состоят из тостов, булочек, масла, джема, яиц, омлета, лапши, сосисок, картофеля, овощей, чая, кофе, молока, хлопьев, фруктов, различных блюд местной национальной кухни и европейской кухни. Есть бассейн, расположенный в тени. У бассейна всего 5 лежаков. Выдают полотенца. В отеле Estrella Do Mar Beach Resort есть номера категории стандарт, executive room, коттедж и grand коттедж. Также есть family room. Номера отличаются размерами, обстановкой и расположением. Стоимость самого дешевого номера Standard Room примерно 8700 рупий, что очень недешево. В каждом номере есть набор для чая и кофе, кондиционер, вентилятор, большая кровать, санузел, очень скромный, без шторок и дверей, душ, банные принадлежности, полотенца. Шкаф, сейф, бесплатные 2 бутылки воды, балконы не во всех номерах. В качестве дополнительной кровати используют матрас на пол. Плюсы отеля Estrella Do Mar Beach Resort. Это первая линия. На пляже не так много местного населения. Расположение отеля. Все рядом. Зеленая территория. Хорошие номера. Хороший сервис. Минус отеля. Это плохой интернет, а остальное все нормально для индийских 3 звезд. К сожалению, красивую дорожку на пляж нам не показали и сам пляж тоже, поэтому посмотрим номер Grand Cottage. Коттеджи все деревянные, с очень хорошим запахом внутри свежего дерева. Есть телевизоры, кровать, санузел, сейф, холодильник, даже наполненный за деньги. Набор для чая и кофе, 2 бутылки воды.
банные принадлежности, душ за стеклянной стеночкой уже. Есть балкон, вид на территорию отеля, на другие коттеджи. Очень симпатичный номер.